В Люберецком дворце культуры прошел благотворительный концерт с участием детского театра студии «Непоседы». Артисты представили театрализованные номера и исполнили песни о мире, дружбе и добре. На музыкальном празднике побывали мои коллеги. Фойе Дворца культуры многолюдно. Перед концертом творческая встреча с детской писательницей Еленой Виленой, автором популярной серии книг «Добрые сказки о простых вещах». Для детей писать нетрудно. Трудно сделать так, чтобы они были светлые, добрые, потому что настроение иногда бывает не очень хорошее, особенно когда новости прочитаешь. Ну, стараешься думать о светлом, о прекрасном, стараешься любить людей, и тогда, когда об этом помнишь, получаются добрые сказки. Ребята в предвкушении праздника. До начала выступления «Непосед» остается несколько минут. Это моя любимая группа, и сегодня они будут выступать. Я пришел, чтобы было хорошее настроение и чтобы побыть с друзьями. В зале ни одного свободного места. Здесь семьи мобилизованных люберчан, ребята из многодетных семей и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Праздник дружбы и добра объединил более 500 мальчишек и девчонок. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.